Я руководитель фольклорного ансамбля Воронежского государственного университета Христова Галина Павловна. Ансамбль наш организован уже лет 14 назад, но состав ансамбля все время меняется, потому что в нем участвуют студенты. Некоторые студенты, уже став выпускниками, все равно продолжают ходить. У нас есть и молодые преподаватели ВГУ. У нас также есть студенты, некоторые, которые приходят к нам из других вузов, которые тоже любят заниматься изучением народной культуры. В нашем ансамбле мы занимаемся реконструкцией аутентичного фольклора нашего родного края, нашей родной земли, Воронежской губернии. Мы ездим в экспедиции фольклорные, записываем там то, что еще можно записать, то, что осталось от нашей великой культуры, которая когда-то у нас вся Россия пела, а сейчас, к сожалению, это все постепенно угасает. Мы пытаемся это сохранить, мы пытаемся это показать. Вот я, в частности, хочу передать это молодому поколению, чтобы они знали традиции нашей земли, традиции, музыкальные традиции нашей культуры. Ох, да ты же да взойди, ясное солнышко, е-е-я на лихах. Е-е-я на лихаха, е
бабушка. Виноград. Е-е-я, е-е-я, на е-ха-ха. Е-ой, да, третья явушка. Здравствуйте, меня зовут Давиденко Настя. Я приехала в Воронеж из города Богучара. Я учусь на филологическом факультете на втором курсе. У нас там проходила фольклорная практика, и именно там я познакомилась первый раз с фольклором. Когда я пришла в терем, я до этого никогда не занималась народным пением, но когда я туда пришла, мне очень понравилось. Это очень увлекло меня. Во-первых, очень дружный коллектив хороший, и песни такие, что вот прямо сразу в пляс хочется идти. Вот. И поэтому я в тереме и думаю, что я здесь задержусь надолго. Я уже успела, несмотря на то, что я совсем недавно здесь, я уже успела побывать на фестивале на Казанскую, съездила в город Курск на международный фестиваль. И надеюсь, это не последняя моя поездка моя. Ох, ох, Онежа, ох, Онежа, речкою. Ох, Онежа, речкою был я, не забыл.
царя бея. Здравствуйте, меня зовут Фадеев Влад, я студент второго курса физического факультета ВГУ. Ну, я пришел в фольклорный ансамбль «Терем», потому что занимаюсь фольклором уже очень давно, мне это очень нравится. Я давно знал, что в «Тереме» есть, ну, есть такой фольклорный ансамбль, и когда поступил в ВГУ, наконец-то решил, что надо присоединиться к этому коллективу. Здесь мне очень нравится, здесь очень хорошая душевная атмосфера всегда. Также я 10 лет занимался баяном, и мне этот навык здесь пригодился. Я стал играть на гармонии, развивать свой больше навык. Да оси гости, да оси гости, оси гости по лавочкам сидят, и оси гости по лавочкам сидят, иди по лавочкам, иди по лавочкам, и по лавочкам по скамеечкам, и по лавочкам по скамеечкам, мы иди амбу. Меня зовут Бондарева Галина, и я участвую в фольклорном ансамбле «Терем» уже лет 8. Я пришла в этот ансамбль, когда была студенткой, студенткой филологического факультета. Я была на 3-м курсе. И вот закончила уже филологический факультет, закончила аспирантуру. Сейчас преподаю в университете, но уйти из ансамбля не могу, потому что ансамбль — это не просто часть моей жизни, это родные, близкие люди, это моя семья, это то место, куда хочется приходить, хочется возвращаться. Фольклор стал частью действительно моей жизни. Я пришла в ансамбль просто потому, что хотела петь, и никогда не думала, что смогу полюбить фольклор. Мы все очень плохо знаем свою культуру, свои традиции, и именно здесь, в ансамбле, я смогла узнать очень много и прикоснуться к нашей действительно великой культуре, и во многом смогла понять ее именно здесь. Конечно, ансамбль — это не только репетиции, не только концерты, это и очень веселые различные мероприятия, фестивали. Благодаря ансамблю я очень много смогла увидеть, мы очень много путешествуем. Воронежская область, Россия, Омск, Казань, Йошкар-Ола и другие города. Конечно, была одной из самых запоминающихся поездок — это поездка в Ниццу. Я очень благодарна, что у меня есть такая прекрасная возможность оставаться в коллективе. Очень благодарна нашему руководителю. И хотелось бы сказать ему большое спасибо и выразить большую благодарность. Краковяк!
В общем-то, здесь люди неподготовленные приходят. Здесь студенты филологического факультета, студенты у нас были химического факультета, факультета журналистики, романо-германской филологии. Сейчас есть студент физического факультета, я уже назвала журналистики. То есть люди, которые получают совсем разные профессии, и которых, для которых это просто какое-то увлечение в жизни, которые очень любят собираться. У нас очень дружный коллектив, мы вместе проводим праздники. У нас очень интересная жизнь, мы активно участвуем в творческой жизни нашего города любимого. Мы ездим на фестивали, в том числе на международные фестивали, которые проходят и в нашей стране, и мы были во Франции на международном фестивале. Вот недавно, наши недавние самые события, это международный фестиваль в городе Кострома, такой один из древних русских городов, где были очень интересные коллективы, и мы представляли традиции своей воронежской земли. И в сентябре мы были на фестивале в городе Курске. Это тоже международный фестиваль «Самоцветы», где были гости из дальнего зарубежья, из ближнего зарубежья. И очень интересно, потому что это то, что уже уникально осталось, то, что не обработано, то, что не аранжировано, то, что в таком неприкосновенном виде. Для нас главный критерий – это правда, это истинность, это вот как можно близкое воплощение наших старинных русских песен. В нас по улице Одоль достоял город и земли, ну, Hello.